Так, я на новом уровне, еще бабла насыпали. Гранаты, давай. Так, граната, создать. Создаю гранату, открывает консервную банку. Это вообще, по-моему, противогаз. Это фильтр от противогаза. Они секут фильтр от противогаза, и они надуют. Капец. Весенние, блин, одни и те же плоскогубцы. Короче, они эти плоскогубцы друг другу передают. Давай еще аптечек. Еще аптечек побольше. Запас ногу не тянет. Ножу. Запас ногу не тянет. Запас ножу. А не майка крутая, да, триггер, ту. Ну, я же говорю, они одну и ту же фильтр от противогаза крутят плоскогубцами. Они, короче, мошенники, они друг другу там передают я, пока я отворачиваюсь. Идем дальше воевать. Это что, конец, да? Месторождение нефти под нашим контролем со временем начнет приносить доход. Нажми здесь, чтобы получить доход. Шахта имеет ограниченную возможность, не забывай регулярно ее посещать. Окей. Опа, бабло упало. Иди на крышу, там есть снайперская винтовка. Ага. Иду на крышу. Так, цельтесь, нажмите кнопку выстрела. Управляйте пулей при помощи касания. Что значит управлять пулей при помощи касания? О! Ух ты! Прикольно. А! На! Ой! На! А куда ей надо вообще? Ну, только здесь могу? На! Хо-хо, как полетел, товарищ! Ух, ну, руку отстрелил! Ништяк! На! Голову! Ох, прям в бошку! Ух, прикольно! Ногу отстрелил. Ох. Промазал. На. Ты макаку. Есть. Есть. Сиську отстрелил. Ах, красота. Тебе больше не рожать. Ай, промазал. На. Есть. Так как же вас много? Ногу. Сходи без ноги. Вот, чувачка, тебе больше не рожать тоже. Сразу двоих, что ли? Круто. Все. Офигеть! Ура! Прикольно! 700 бакарей. Зашибись. Контрабандист. Отличная работа. Ты фанат запрещенного? Конечно. Конечно, я только за. И что мне дали? Не понял, что мне дали, ну да ладно. Торговать. Торгуем. На один час. Да. Хорошо. Купим. Ого, за бабло? А, это за голду. Нет, товарищ, за голду мы с тобой не будем работать. Я тебя лучше грохну и ограблю. Идем дальше. Я вам еще не рассказывал про Германа. Наш ученый исследовал токсины в городе и теперь... Зомби хотят поставить опыты на нем. Зомби на ученых. Зомби ставят на опыты на ученых.
Спасите его. Спасите его. Представь. Опенет. Так, что-то меня подтормаживает. Идем дальше. О, свинечка. Идем. А как от ядов? Чего? А как пройти? Тут куда противолазик может есть? А, через вентиляцию от прачечной. Так, я пройти не могу, поэтому... Идем туда. Так, что-то меня... Поворачивать не могу, что ж такое? О, какие-то глюки. Окей. Так, химии нет. Я зачем-то гранату выкинул. Зачем я выкинул гранату? Так, все, ядов нет. А вот вентиляцию я включил. Хорошо. Камикадзе какой-то. Офигеть. А что-то там выпало? Часть чертежа. Класс. Ого, с него ништяков тут. Блин, я босса грохнул. Понятно. Кто тут, блядь, кашляет? Шоу, привет. Как жизнь? Над ним опыты ставят? В холодильнике? Так. Так, все, взрывная курица. Что это за взрывная курица? Ага. Ага. Курица улучшите уровень техники, чтобы получить доход, получить доступ к новым улучшениям. Коснитесь техники и выберите улучшить. Улучшить. Так. Хорошо. Вирус мутировал. Враги становятся сильнее. Улучшить оружие, предметы. Хорошо. Так, еще у меня тут какая-то курица есть. 5 штук. Идем дальше. О, новая что-то тут я, да? Иду теперь. Стандартное задание. Такие одноразовые вылазки приносят наличку. А я считаю, что никогда не стоит отказываться от легких денег. А тебе нужны эти подработки для перехода на новый уровень для роста? Согласен? Да, согласен. Штурм. Хорошо. Идем. Держитесь подальше от детей науки или получите дозу радиации. Это про боссов, какой-то новый босс уже. Что за палаточный городок? Мне надо какую-то эту. Мне надо уголок какой-то найти. Во. Соловиса, детка, говорит. Ну тут и станем. Ну тут и станем. Like
ну вас нафиг. Ну-ну, разворачивайся. А что ж такое, я не могу развернуться. Офигеть. А что за курица? Прикольно. Курица побежала. Прикольная курица. Курица с бомбой, это, конечно, оригинально. Бабосики заработал. Улучшение получим, да? Ожидание. Все? Окей. Еще. Перелечу куда-то? В Африку. А я же американскую еще не закончил. Ух ты! Вот это прикольно! Автомат! Так, отлично. Вторую часть чертежа нашел. Дробовичка какого-то. Классный пулеметик. Ништяк, это косит. Вот это косит реально. Какой-то новый монстр. О, третью часть нашел. Первую какую-то, вернее. Курицу нашел. Вот это косит. Куда пошел? Куда собрались? Куда вы собрались? Прикольно.
Прикольный пулемет, слушай. Почему такой? Ух ты, денег сколько дали! Ничего себе! Прикольно. Слушай, я обманывался деньгами с ног до головы. Прикольно, денег насыпали. Это что? Обновите технику до 5 уровня. Хорошо. А что это? Дискошар? Слушай, я ж богач, у меня 12 тысяч баксов. Не 12 тысяч баксов. Давай купим, да, мячик. Во. Теперь я модный буду с мячиком. Эй, чё там? Я могу что-то выиграть? За голду? Да? А ну и что? И чего? 3 голды? Ну да я пока выигрываю. Проиграл? Так, хорошо. 2 голды. Так, пока в плюсе. Было 10, уже 15. Еще 2. Проиграл. Так, ну пока что в плюсе держусь. Все, теперь начал. Так, короче, лохотрон, как всегда. Все, лохотрон. Так, ну и последний раз, чтобы в плюсе быть. Да, все назад. Плюс 1 голда всего. Так, что там еще это у этого типа есть? Улучшить что-то можно. Улучшаем. Опа, за деньги надо. Почему? Почему за деньги? Так, у этого что-то новое есть? Есть что-то новое? Добовички всякие, да? Так, ну у меня ж нету запчастей. Да? У меня нету запчастей. На запчасти искать. Так, ну на этом, наверное, все. Пока что. Потом будем дальше проходить.